ядрить колотить, сейчас яйца отмерзнут. Вчера 0 градусов, сегодня минус 12, завтра минус 25 уже будет. Мусор выносить, да я сакана буду его лучше выбрасывать, нежели морозить тебе все, что только существует. Чё за хрень? Кого? Это чё, кошелёк? Пошли, мать. Я бабки нашёл. Сейчас мы посмотрим, что я нашел на улице. Здесь какой-то кошелек. Чтобы вы не думали, что это подстава, смотри. Здесь мой кошелек. Вот, вот. Я не буду его открывать, чтобы вы не знали, что в моем кошельке. А вот еще какой-то кошелек. Я только что его нашел возле мусорки. Здесь не... Твою мать! Чуть в глаз монетка не попала. Подождите, здесь есть какие-то монетки. Здесь есть 2 цента. Еще 1 цент. Здесь 3 цента. Это кошелек какого-то европейца, что ли? Бабла здесь нет. Здорово, лошпед. Поставьте на паузу и посмотрите. Пещера Пещера ученый. Я вышел на улицу вынести мусор в минус 15. Отморозил себе и левое яичко. Пришел домой и в этом кошельке, который я нашел только что возле мусорки, нашел записку. Привет, лошпед! Пещера ученый. Черт! Сейчас, дайте я переоденусь. Так, я ничего не понимаю, честно. Все, больше в этом кошельке ничего нет. Вообще ничего нет. Здорово, лошпед! Что это может быть такое? Я просто вынес мусор. Не говорите мне, пожалуйста, что это какой-то второй сезон флешки. Только в этом сезоне флешка кошелек будет. Я специально переехал в другой город за 3000 километров. Из Москвы в Новосибирск. Я уже живу не сам, я живу с Катюхой. И типа я... Я когда уходил, этого не было. Ладно. Вам видно, что здесь написано? Майнкрафт, дробь, зомби. Майнкрафт, дробь, зомби, то есть это нужно зайти в Майнкрафт, зомби-карта, пещера ученый. Если здесь на канале прямо сейчас олдфаги, которые смотрели мой первый сезон зомби-апокалипса, помните эту пещеру, где был мертвый ученый, где еще была лаборатория? На этой пещере как раз-таки сезон и закончился. Это типа показывает мне то, что я лох? Так, подождите. Ну, то есть это я, получается. Я ношу очки, я ношу шапку, потому что как бы сейчас зима на улице. Я бородатый, и типа мне кто-то говорит то, что я лох. Спасибо. Только я не представляю, кто это. Не говорите, пожалуйста, что это тот самый подписчик. Ну как какой-то мелкий чубзилет может переехать за 3000 километров за мной в Новосибирск и также продолжать за мной следить? Только откуда это взял? Может, это Катя нарисовал? Я... Сейчас, дайте я зайду в Майнкрафт. Карта зомби-апокалипсиса. Ладно. Ядрить, колотить, вот мы снова сюда и вернулись. Только я не понимаю, зачем?
Я не хочу второй сезон подписчика, я не хочу второй сезон флешки. Кстати, флешки у меня нет, знаете почему? Потому что флешку я оставил в Москве. Я выбросил флешку в мусорный бак в Москве и сразу через несколько часов переехал в Новосибирск. И здесь я уже живу примерно 27 дней, почти месяц. И за этот месяц меня никто ни разу не потревожил до вот этого момента. Хорошо, у нас есть какая-то загадка. Пещера ученый, Майнкрафт, дробь зомби. Я 100% полагаю, то, что мне этот чубзилет или кто, я не знаю, хотел сказать то, что что-то в пещере есть. Я 100% должен туда пойти. Не зря у меня до сих пор сохранились вот эти все оружия зомби-апокалипсиса. Я прям сейчас взял самурайский меч, калаш и также... Ёханый бабай. И также дробаш. Сейчас возьму еще немножечко еды. Возьму свой Харли Дэвидсон и потопаю в эту пещеру. О, господи, как давненько у нас не было зомби-апокалипсиса. Пока я еду, я хочу у тебя спросить, хочешь ли ты возвращения зомби-апокалипсиса? Не вот этого, не еще какой-то сезон. У меня честно, прям тебе сейчас скажу, у меня честно появилось очень большое желание перезагрузить сезон зомби-апокалипсиса. С самого нуля, но самое главное не забрасывать его. Если ты хочешь, чтобы я с самого начала перезагрузил зомби-апокалипсис на новой карте с новым сюжетом, я обещаю то, что я все сделаю, потому что старому уже не бывать. Все прекрасно должны понимать то, что старый уже давным-давно вышел из моды, и новые подписчики, которые пришли после окончания этого сезона, вообще не будут понимать продолжение. Ладно, напиши в комментах, хочешь ли ты перезагрузку зомби-апокалипсиса, и будет ли тебе интересно это смотреть, а я прямо сейчас топаю в пещеру и посмотрю, что же там есть. Потому что мне интересно, на самом деле, кто мне подбросил кошелек? Который валялся просто... Ай, стоять! Который валялся просто возле мусорки. Ой, ёханый бабай, там еще и зомбари до сих пор. Ладно, мы сейчас разберемся и заберемся в эту пещеру. Давайте, сволочи! Вставай, давай, соскучились, небось, по мне, соскучились. Опа, опа, а тебя с самурайским мечом на котлеты порежу. Ба! Фу! Тухлятина зомбарская. Мне немножко страхово туда идти. А-а-а! Кто стреляет? Кто стреляет? Кто? Подождите, у меня... Меня плющит немножко или кто-то только что в меня стреляет? Ты что там делал, дебил? Ладно, пропустим это мимо ушей, мимо глаз и вообще мимо всего, что существует на этой планете. Идем дальше. Я не знаю, что этот чубзилет там делал. Как раз его там снизу. Ученый мертвый находится вот там. А секретная лаборатория находится вот там. Снизу, 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 в этих тоннелях, в этой шахте. Глубоко, глубоко, далеко, далеко. Чё-то я не имею желания туда возвращаться. И пускай это останется тайной до окончания жизни на этой планете. Что же там было в этой лаборатории? Потому что я сам не знаю на самом деле. Так, давненько я здесь не был. Год примерно, на самом деле год. Так, мертвый ученый у нас находится вот там. Так, это мне нужно сейчас перепрыгнуть. Сейчас. Перезарядка. Здорово, лошпед. Я тебе сейчас этот лошпед, не знаю, куда засуну. Здорово, здорово, бородач. Вроде никого. Может, что-то в сундука? Ремонт инструментов. Окей, какой-то блок ремонт инструментов, но вряд ли он мне понадобится. У бородача ученого точно ничего нет. А здесь у нас рельсы и... Записка какая-то. Ладно. Жалко, у меня кофе нет, я уже все выпил. Ладно. Не ставь лайк, лучше. Потому что я не хочу видеть новую серию подписчика, кошелька, USB-флешки, фиг его знает чего. Не нужно. Это записка. Это конец. Я приду через пару дней. Почему у меня мурашки по коже? Я приду через пару дней. Кто придет через пару дней? И заберу у тебя твой канал. И деньги.
которое ты у меня украл. Жди, щенок. Я не воровал ни у кого деньги. Какие к чертовой бабушке деньги? Какие еще деньги? Я ни у кого никогда не воровал деньги. Он придет через несколько дней. Да кто? Иди в пень! Да, я самурай с самого детства! Бабушка меня кухонными ножами с самого детства учила по кухне размахивать, тараканов на части рубить. Ты думаешь, я кого-то паучину здесь не разрублю на кусочки? Самурай! Ну, а сейчас не об этом. Я приду через пару дней и заберу у тебя твой канал. Секундочку. Только попробуй сюда сунуться, шпингалет вонючий. Не зря я себе стол прикупил. Па, так ты меня будешь пугать через карту Майнкрафта, то, что ты ко мне придешь. Но мне сейчас реально немножко страхово, то, что сейчас кто-то ко мне придет. У меня нет ни малейших предположений, кто это может быть. Подписчик, подписчица или еще кто-то. Но мне почему-то кажется, то, что он взрослый какой-то. Тоже 100% не подписчик, потому что в первую очередь он грамотно пишет, он пишет без ошибок. А подписчик всегда допускал самые банальные грамматические ошибки. Я сразу мог понять то, что подписчик — это мелкая задница, которая просто хочет меня напугать. Но кто это, у меня такой вопрос. А-а-а! Да дай мне выбраться отсюда, Харли Дэвинсон! Да хватит! Я видел то, что там истребитель на дороге валялся. Да, ничего страшного. Ай-яй-яй, вот он, миленький мой. Кто-то меня будет пугать на карте зомби-апокалипсиса, да? А кто ты меня надумал пугать? Неважно, сколько тебе лет, неважно, кто ты. Кто-то меня надумал пугать. Ладно, чем тогда разберемся? Все работает. Гидравлика, усилители. Все работает. Запускай движок. Полетели, ядро на мать! Сейчас все разнесем! Кто-то меня надумал... Подождите, я не очень хорошо умею управлять... Ай-яй-яй-яй-яй! Алло, застрял! Хана этому городу! Да подождите! Извините, я права всего лишь недавно получил, извините. Ой, спасибо. Извини. Я крыло-то потерял. Алло, я без одного крыла летаю. А, чё, в башню врубился. Куда? Подождите, извините меня, пожалуйста, я реально недавно только права получил. Выпусти, пожалуйста. Я не хотел, извините, пожалуйста. Извините, я не хотел застрелить. Гаишников нигде поблизости нет, самое главное. А то мне сейчас еще штрафы выпишут. Мы не оставляем никаких свидетелей. Никто не должен знать то, что я здесь закон нарушил. Никто не должен увидеть то, что здесь истребитель разбился. Никого здесь не должно быть. Ребят, я не знаю, честно. Мне немножко страхово. Офигеть немножко! Мне кажется, трусы нужно бежать менять. Я приду через несколько дней и заберу у тебя твой канал. И деньги, которые ты у меня украл. Жди, щенок. Не ставь лайки. Пожалуйста, не ставь лайк на эту серию. Не надо набирать 30 тысяч лайков на этой серии. Ты можешь подписаться на канал, чтобы просто меня поддержать и чтобы... Мы все знали то, что со мной произойдет. Вступи в нашу семью, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы если что-то со мной случится, если кто-то все же до меня вычислит, чтобы ты был первым, кто об этом узнает и сразу позвонил в полицию, в милицию, я не знаю, в ФБР, ЦРУ, президент Украины, неважно. Не ставь лайк, я не хочу 30-25 тысяч лайков, я не хочу продолжения. Нет. Тебе эта рожа случайно ничего не напоминает? Это не я. Это не я. У меня опять мурашки по коже. Это
не я. Это облачко, где какой-то человек думает и говорит мне то, что я лох. Шапка, очки, борода. Он говорит то, что я украл у него деньги, и он скоро вернется за мной. Это не я! Мне кажется, многие уже знают... Нет, это не может быть он! Нет, сволочь! Не вздумай приходить! Мне жопа.